Друзья, всем привет! Вы на YouTube-канале Марина Жукова. Я очень рада вас приветствовать. И сегодня хочу вам показать свой очередной заказ интернет-магазина «Василек». Также в этом видео мы подведем итоги конкурсов. Будет объявлен новый конкурс с интересным призом. Поэтому всех приглашаю к просмотру и к участию в конкурсе. Друзья, начать свой рассказ я хочу с ответа на ваш вопрос. Очень многие меня спрашивают, какая же в действительности размерная сетка в компании «Василек», соответствует она или нет стандартным размерам. Я отвечу за свой размер. Мой размер 46-48. Я заказываю одежду 48 размера, и все всегда мне идеально подходит. Да, одежда некоторая немножко при стирке садится, но если вы ее, конечно, стираете при температуре 60 градусов, то она садится чуть больше. Но в длину у меня, по крайней мере, ничего не село. Вот в ширину, да, немножко садится, но начинаешь ее носить, она легко растягивается, то есть, ну, не до таких размеров, что становится некомфортно в носке. Все нормально, все как бы... абсолютно приемлемо, вся одежда смотрится красиво. Конечно, если вы заказываете трикотаж подороже, то эта вещь и будет выглядеть посолиднее. Если вы заказываете какой-то недорогой домашний костюмчик, там рублей 300-350, ну, соответственно, это будет трикотаж потоньше, в нем отлично будет ходить летом, не жарко, комфортно. Поэтому я очень довольна и качеством, и ценой, и размерной сеткой я довольна. То есть я уже подстроилась, покупаю на размер больше, и все меня полностью устраивает. Друзья, в этот раз у меня заказ очень интересно, очень много подарков, очень много мужской одежды я заказала. Для себя заказала два летних костюма, один костюмчик на более прохладную погоду. Мне понравился цвет, цвет такой розово-ореховый, очень приятный нежный оттенок. Мне понравилось то, что ткань здесь комбинированная, здесь вот такой бархат или плюш ткань, и здесь плотный, очень качественный трикотаж. Костюм смотрится красиво, здесь вот такая вот просторная кофточка, воротничок, лодочка, и внизу есть вот такие вот завязочки. Вот единственное, мне не очень понравились вот эти завязочки, они длинноватые, но я думаю, что я либо их укорочу, либо совсем уберу. Поэтому проблемы великой в завязках нет, но сам костюм потрясающий. И вот такие вот брючки. Брючки идут на широком поясе с кармашками, и здесь вот такие вот тоже бархатные вставки. Брючки просто прямые, к низу не зауженные, очень красиво, стильно смотрится этот костюм. Ткань не просвечивает, костюм мне безумно понравился. Цену на костюм я вам тоже подпишу. Второй костюм я взяла на такую вот теплую погоду. Этот костюм я очень давно хотела приобрести, но как-то его всегда не было в наличии, либо не было моего размера. Но в этот раз мне повезло, мне удалось его заказать. Смотрите, какой красивый, нарядный костюм. У него потрясающий оттенок, знаете, такой серо-черный цвет. Есть белый, очень красиво все это освежается розовым оттенком. Хорошая такая футболка, она комфортно сидит на теле, она не короткая, она такая достаточно удлиненная. Вот этот цвет розовый вообще потрясающий, он особенно красиво смотрится на этом костюмчике. И вот такие вот брючки. Брючки просторные, очень они комфортной посадки, тоже широкий ремешок, они прямые. Далее я заказала два платка. Очень мне нравятся вот такие вот платочки в компании «Василек». Они стоят бюджетно, но они отлично смотрятся под одежду, то есть под верхней одеждой. Эти платки можно на шею, можно на голову. Этот платок я заказала на 8 марта для своей мамы. Это цвет какао. Красивый оттенок, мне кажется, такой как раз возрастной. Сейчас покажу его на шее. Очень-очень классный цвет. Я думаю, что маме понравится. Смотрите, как красиво он смотрится. У меня у самой такой серый платочек. Я его в холодную погоду, конечно, не одеваю, потому что в нем достаточно прохладно. Но вот весной, осенью, мне кажется, это отличный вариант для шеи. Так, и для себя заказала платок побольше. Это я заказала к осенней курточке. Вот такой вот нежно-голубой платок, назывался «Агния». Маленькие платки стоят 240 рублей, большие 360. Вообще потрясающий платок, он очень яркий и очень красиво, нарядно смотрится на шее. Сейчас я вам покажу. Ну вот как-то так, я еще на примерке тоже вам покажу, как смотрится этот платочек. Его, конечно, уже больше, но у меня курточка короткая, поэтому вот такой платок будет очень симпатично смотреться. Вот, очень красивый оттенок,
Я люблю такой вот нежно-голубой цвет. И также заказала пижаму для ребенка. Она, правда, из раздела для девочек. Но я думаю, что они универсальные, подойдут как для мальчиков, так и для девочек. Такие вот красивые здесь совята. Тоже вот совята на рукавчиках. Очень классная пижамка, здесь качественный хороший трикотаж. Пижаму я заказала в 110 размере. Такие вот яркие, красивые брюки, очень длинные. Здесь полноценный 110 размер. Похожую пижамку мы уже заказывали, правда, из раздела для мальчиков. Пижамка точно такая же, только голубого оттенка. И она чуть потеплее. Она и в цене подороже, 602 рубля. Это стоит подешевле. Но тоже трикотаж потрясающий, качество великолепное. Пижамка, я осталась очень и очень довольна. Далее, друзья, я заказала мужские рубашки. Рубашки я заказала к 23 февраля для своих мужчин. Вы знаете, я осталась очень довольна рубашками, поэтому могу вам смело их порекомендовать. Пока есть время, пока они есть в наличии, обязательно присмотритесь. Может быть, вы тоже для 23 февраля приобретете такие вот нужные подарки. Значит, эту рубашку я купила для мужа. Стоит она 602 рубля. Это самые дорогие рубашки в компании Василек. Рубашки потрясающие. Внутри они фланель. Знаете, такая очень мягкая, плотная, теплая ткань. Рубашка сшита красиво. Она достаточно просторная. И размер здесь полностью соответствует действительности. То есть у меня рубашка в 58 размере. Она чуть-чуть большевата супругу. Но я думаю, что, может быть, после стирки она немножко сядет. Но так рубашка, я осталась очень довольна. Сшита она красиво, ровно. Такой вот обычный у нее дизайн. Ну, обычный дизайн мужской рубашки. Значит, вот в 58 размере для мужа мне пришла вот такая вот расцветка. И точно такую же рубашку я заказала для папы в 54 размере. Но пришла она ко мне вот в таком вот бежевом оттенке. Оттенок мне, кстати, очень понравился. Чем-то напоминает расцветку Бербери. В общем, вот такая вот красивая рубашечка, точно такая же, тоже ткань мягкая, приятная к телу, тоже ростовка, размер полностью соответствует 54 размеру, то есть она папе немножко большеватая. И заказала я еще одну рубашку, но я не буду ее открывать, заказала я ее для нашего дедушки. Эта рубашка, уже размер здесь идет по вороту, 43, она стоит дешевле, она стоит 280 рублей. Но я открыла немножко как бы упаковку, потрогала ткань, ткань приятная. Она, конечно, менее плотная, чем вот эти рубашки, но тоже ткань приятная, я думаю, что будет хороший подарок для взрослого мужчины. Вот такая вот расцветочка. Друзья, и последнее, что было в моем заказе, это женские футболки. Вообще у меня какой-то получился такой летний заказ. Очень много летних вещей я заказала. Два костюма, вот футболочки. Но я подумала, что это такой ходовой товар. И уже, наверное, в апреле будут активно раскупать, разбирать футболки в компании Василек. Потому что трикотаж там неплохой, цены очень доступны. И поэтому я решила заранее побеспокоиться. И давайте покажу, что я выбрала. Первая футболочка в таком красивом бирюзовом цвете. Она в 50 размере. Эту футболку я заказала для мамы. Хороший, тоненький такой трикотаж, очень приятный к телу, красивая яркая расцветка. Футболочка мне понравилась. Очень даже симпатичная. Думаю, может быть, в следующий раз себе закажу такую в 48 размере. Затем для сестры я заказала вот такую вот темную футболочку с лампочками. Мне они очень, эти футболочки, нравятся. У многих девчонок во влогах я видела эти футболки. Здесь вообще потрясающий трикотаж. Он такой достаточно плотный. Я думаю, что он будет очень хороший в носке. Футболку я взяла в 50 размере. И я специально померила вот эту футболочку. То есть приложила ее вот к этой футболке. Вот эта футболка, она, конечно, значительно просторнее. Но здесь и фасон такой задуман. То есть просторно в рукавах, просторно в талии. Вот, поэтому вот эта вот футболочка, она прям такая просторная для 50 размера. Тоже очень классно, очень понравилась. Такая она достаточно длинная, отличная футболка. И далее заказала футболки для себя. Первая футболочка вот такая вот беленькая. Она, конечно, очень простая. То есть здесь нет ничего такого замысловатого. Обычная белая футболка. Тоже тоненький такой трикотаж. Футболка 48 размера. Достаточно неплохо она на мне сидит. Немного просвечивает белье сзади, потому что трикотаж не плотный, трикотаж тоненький. Но сшита она аккуратно, симметрично. Я думаю, что летом, вот в самую жару, в этой футболке будет комфортно. Вообще летом комфортно в белом цвете и комфортно в тонком трикотаже. Поэтому футболкой тоже осталась довольна.
И последняя футболка, вот она мне понравилась менее всего. Во-первых, я ее тоже взяла в 48 размере, и она вот мне прям совсем по фигуре. Я думаю, что это все-таки, ну, такая молодежная футболка для более таких тоненьких, стройных девушек. Вот. Трикотаж здесь хороший, трикотаж здесь, ну, такой вот поплотнее, чем вот в этой белой футболке. Но единственное, мне показалось здесь несимметрично сшит вырез. То есть вот такой вот небольшой дефект, а так футболка очень классная, красивая такая вот современная молодежная расцветка. Друзья, вот такой вот заказ у меня был сегодня, я всем осталась очень довольна, особенно мне понравились женские костюмы летние, которые я вам показала, и очень понравились мужские рубашки. Поэтому рекомендую присмотреться, пока есть размеры, пока есть фасоны, обязательно заказывайте, покупайте, уверена, что будете носить с огромным удовольствием. Ну а теперь давайте перейдем к приятному моменту этого видео, давайте перейдем к конкурсу. В конкурсе я решила разыграть набор полотенец, выбирала сама, и вы знаете, сама осталась безумно довольна. Полотенца очень красивые, я думаю, что тот, кто их выиграет, ну, останется доволен и будет добрым словом вспоминать меня и компанию Василек. Значит, будем разыгрывать два полотенца. Значит, первое полотенце махровое, голубые тона, размер его 65 на 135 сантиметров. Очень красивое, нарядное полотенце, здесь вот такие вот лепесточки. Нежный-нежный оттенок, мне кажется, подойдет для любой ванной комнаты. Большое полотенце, приятное к телу. И далее будет еще вот такое вот маленькое полотенце для рук, то есть то банное, а это вот такое маленькое для ручек. Очень тоже красивое, хороший, качественный здесь трикотаж. Поэтому, друзья, всех вас приглашаю к участию. Условия будут у меня простые. Необходимо быть обязательно подписчиком моего канала, обязательно поставить лайк этому видео, в комментариях написать слово «участвую». Участвовать могут все. И также, если вы поделитесь этим видео в социальных сетях, мне будет очень-очень приятно. Но это, конечно, не обязательное условие конкурса. Но если вы это сделаете, мне будет приятно. Я вам об этом обязательно еще напишу в комментариях. Друзья, на этом у меня сегодня все. Сейчас будет примерка. Всем пока, скоро увидимся. Подводим итоги конкурсов. Приз у нас от компании Василек. Вставляю ссылочку. Разыгрываем два платка. И сейчас узнаем, кто же станет первым победителем. Ольга Баринова. Участвую. Платок номер 2. Ольга, поздравляю вас с победой. Сейчас проверим подписку Ольги. Так,
Может быть, я пропустила. Давайте еще раз внимательно посмотрю. Да, вот я. Так, и видео, которые понравились Ольге. А вот одно мое видео. Второе мое видео. Третье. Очень приятно. Ольга меня смотрит. Очень приятно. И есть то, что видео о Васильке понравилось. Ольга, поздравляю вас с победой. Так, у вас был платок номер 2. И сейчас мы узнаем, кто получит платок под номером 1, то есть второго нашего победителя. Это Евгения Савельева. С радостью поучаствую. Марина Туника вам очень идет. Евгения, поздравляю вас с победой. Давайте проверим сначала вашу подписку. Так. И понравившееся видео. Так. Давайте сделаем вот таким вот образом. Так, вот есть лайк видео. Так, и сейчас проверим подписку. Есть подписка, поэтому, Евгения, поздравляю вас с победой. Мне очень приятно, что вы еще поделились ВКонтакте этим видео. Поэтому, победитель, обязательно со мной свяжитесь, я направлю вам ваши призы. Все, кто не выиграл, не расстраивайтесь, обязательно будут еще конкурсы, и вам обязательно повезет. Еще раз всем пока!